Друзья, всем привет! Как известно, что борьба – это дело интеллектуальное. И вот Николай Трегуб, он у нас по профессии архитектор. И сейчас Николай участвует в конкурсе, о котором он сам все расскажет. Николай. Всем добрый день. Я архитектор, участвую в конкурсе. Конкурс называют посвящен скульптура ленинградскому учителю. Конкурс проходит и размещен на сайте Ленинградской области. Вот. Если можете, поддержите борцов, которые интеллектуально борются и участвуют в конкурсах, и не одном. Андрей Леонидович, мой тренер, уже давно тренируюсь и также борюсь в интеллектуальном плане. Вот, поддержите, войти хотя бы в пятерку лучших работ. Да, там сейчас идет первый пока отбор, первый этап, потом будет второй. Сначала надо войти в пятерку, потом там уже будут разыгрываться какие-то призы там или что там, там гранты, да, что, да. Что разыгрывается? Приз денежный будет. Но главная победа, чтобы это пространство было для людей, чтобы притягивало, оживило место. У нас природы, компонент природы. Ну, фотография, я думаю, что Николай, фотографию этого, как называется, скульптурная композиция? Скульптурная композиция, да. Она будет, я размещу скульптурную композицию, как голосовать инструкции и за кого голосовать. Николай Трегуб тоже будет указан, он мне все в описании даст, я просто в описании все это пишу. Друзья, давайте поддержим борцов, и борцы, и не борцы, кто борцов поддерживает, потому что нужно своим помогать, нужно продвигать. Это не просто руку-ногу сломать, а это... Хорошее дело это будет, если это продвинется и работа Николая Трегуба будет, как бы это, выиграет, она уже останется на многие-многие годы, десятилетия. Особенно это учителям или педагогам, как это называется? Учителю Ленинградской области, но у каждого свой учитель, и я решил немножко уйти в семантику, дать с наукой место, откуда происходит знание, это Ленинградская область такая, в плане. В общем, вот такой интеллектуальный получился композиционный элемент, который не посвящен какому-то определенному лицу или группе лиц, а чисто вот такая вот с наукой, потому что бульвар науки. И вот пошел в этом ключе. Вот. Друзья, давайте поможем архитектору-борцу Николаю Трегубу победить в конкурсе в этом дальнейшем, да и дальше будет. А он будет продвигать идеи борьбы в своей профессиональной деятельности. Все, удачи. Друзья, всем пока.